Добавлено рейс 706 Махачкала-Казань, авиакомпании Nordwind. Пассажиры, прошедшие регистрацию на рейс 1344 Махачкала-Москва, дом 1-2 авиакомпании Уральские авиалинии, пройдите на посадку входа в номер 1. Отец Ахмеда Тажудинова поздравляет Дурашида Садулаева. Очень рад за Рашида, очень рад. Очень рад, друзья, давайте поприветствуем. Друзья, еще раз бурные аплодисменты нашим чемпионам. 30 и 31 октября в городе Тирана, Албания, проходил чемпионат мира по вольной борьбе по неолимпийским весовым категориям. В трех весовых категориях из четырех сборную России представляли дагестанские спортсмены: Завул Угуев 61 кг, Магомед Магомаев 79 кг и Абдул-Рашид Садулаев 92 кг. Шестой раз за спортивную карьеру чемпионом мира стал Абдул-Рашид Садулаев. Аплодисменты! В истории мировой вольной борьбы Садулаев стал вторым борцом, кому удалось первенствовать на чемпионатах мира в трех разных весовых категориях – 86, 97 и 92 кг. Серебряным призером чемпионата мира в Албании стал дебютировавший на этих соревнованиях Магомед Магомаев. Аплодисменты! Также бронзовым призером чемпионата мира в составе сборной Таджикистана стал воспитанник дагестанской школы борьбы Абдул-Мажид Кудиев, 70 кг. Аплодисменты, друзья! Ну что же, слово для приветствия предоставляется начальнику управления. Салам алейкум. Добрый день, уважаемые земляки. В первую очередь хочу поздравить всех нас с праздником. Да, такая практика есть. Мы встречаем чемпионов. Но сегодня особенно важный день, когда мы встречаем чемпиона мира, призеров мира по нашему национальному любимому виду спорта – вольной борьбе. Здесь прежде чем даже начать, прежде чем поздравить Абдурашида и ребят, я хочу поприветствовать Абдурашида родителей. Я вижу, вот Булач находится там. Давайте в первую очередь поздравим родителей нашего чемпиона и наших призеров, которые скромно стоят там и встречают с нами вместе чемпионов. Абдурашид шестой раз стал чемпионом мира. Это второй человек, который завоевал титул в трех весах. В трех весах он чемпион мира. Несмотря на какие-то сложности, травмы и санкции, он доказал, что сегодня является одним из лучших действующих спортсменов и одним из лучших спортсменов за всю историю борьбы. Абдурашид, тебе спасибо большое. Еще раз давайте поблагодарим его и поздравим с таким великим достижением. Дагестанский народ уже избалован этими победами, но нам этих побед еще мало. Дай Бог, дай Аллах, чтобы этих побед стало еще больше. Дагестанский народ, талантливый народ. Дагестанский народ – это титульная нация, которая всегда во все времена подтверждала своими поступками, своими делами то, что говорят о ней во всем мире. У меня есть пожелание, чтобы наши дагестанцы всегда себя проявляли так же. Не только в этом, и во всем остальном тоже. Не отдавайте этот вес, ребята, никому. На следующей Олимпиаде тоже, чтобы звучали только дагестанские фамилии там. Только чтобы вы приезжали с чемпионатов мира и с Олимпийских игр победителями. От души и сердечно желаю вам побед. Внимание, падающие пассажиры, вылетающие из Санкт-Петербурга. 55 Махачкала.